ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас просто очень знаменательный день. Вы помните, как я стала 24-м, так вот сейчас будет просто величие, лично для меня, величие данного персонажа спустя столько лет. Она получит 25-й. Вот прямо сейчас я прям в большущем шоке. Раньше 25-й, это был легендарный уровень. Таких игроков было очень-очень мало. Даже единицы, это были единичные игроки. Но сейчас их стало намного-много больше. Вы можете видеть их на чемпионатах и на соревнованиях, да и просто бегающими по игре. Но все равно, для меня, как старичка, у которого уже опыт и жизненный путь в данной игре 7 лет, для меня это не пустой звук, это некий порог, который я перешагну, и официально для себя я буду восприниматься самой себе как некая легенда. Вы даже не представляете, насколько я не верю в это. Осталось только найти магическую лошадь, выполнить с ней задание, приехать сдать его, и все. И на этом мы получим наш 25-й уровень. Я сама в шоке, что вот эти задания по поиску магических лошадей, которые дает нам рунный камень в деревне Вейлдейл, это настолько крупные задания, которые просто за то, что ты нашел лошадь в лесу, а потом вернулся и просто сдал задание, ты получаешь аж 300 опыта персонажу. Это очень много. И вот благодаря одному такому заданию я сейчас получу 25-й. Я не могла пройти мимо этого момента. И, конечно же, я хочу разделить его вместе с вами. Ребята, я 25-й! Боже мой! Боже мой, 25-й. Вы видите? Вы видите это? Я не верю. Это большущее счастье. Я прям не могу. Неужели спустя столько лет я стала 25-м? Ой, в общем, ребята, дорогие мои подписчики, гости канала, спасибо вам большое за все эти годы, за то, что вы поддерживали, смотрели видосики, подписывались, ставили лайки. Обычно я говорю слова благодарности именно когда мы преодолеваем какой-либо рубеж на канале, но сегодня это рубеж персонажа. Персонажа, который живет и существует в данной вселенной с 2017 года. Развивался, покупал, продавал, обучался, тренировал лошадей, коллекционировал лошадей и переживал кучу разных изменений, связанных с игрой. Это не только обновление персонажа, это куча всяких мелочей, которые были очень важны, но о которых уже никто никогда не вспомнит, особенно новое поколение игроков. Так что большущее вам спасибо. Возможно, я, если бы не вы, не дожила бы до этого момента именно персонажем, я бы просто перестала играть. Так что пойду радоваться, пойду делиться этим с соклубниками, с друзьями и просто до конца дня сидеть с улыбкой на лице.
Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в будущем, ССО!